рождении. Выручат практически любой гардероб и будут сочетаться с любым костюмом. Одному известному актеру вручили один из них, изготовленный ювелир. Он оставил в искусстве. Назовите этого актера. Время. О. Пробую угадать. Самые известные следы в искусстве оставили башмаки Чаплина. Увы, 20 секунд у студентов. Речь шла о черных ботинках, которые, как говорят, выручат любой гардероб. Ну и, естественно, черный ботинок преподнесли Пьеру Ришару. Так, ну давайте. Хоровод. Хоровод, а вот это правильно. И случилось невероятное. Да? Впятером студенческая команда все-таки одолела. Самотически. Тишина. Впечатление осталось хорошее. Уровень вопросов, кстати, серьезный. Не то, что было на телевизионном брейн-ринге в последние годы его существования. Вот. Ну и приятно, что команды справились с достаточно многими вопросами. Ну а я сам, к сожалению, не проявил должной сообразительности. Ну, что касается нынешних студентов, знаете, молодость такая страшная сила, что даже четвертьвековые усилия наших, не к ночи будь помянуты, реформаторов, все равно не сумели разрушить весь творческий потенциал нашей молодежи. И это оставляет надежду на лучшее будущее. Ну, к сожалению, я во время этого визита не столько смотрел и слушал, сколько сам говорил. Поэтому впечатление от университета у меня осталось только самое общее. Ну, могу сказать, что не заметил ничего такого, что мне бы могло не понравиться.